больно, хорошо. Вот когда мы видим змеиные головы, это что? Вода стекала, водостой. Конечно же. Кроме этого, здесь мы видим вдоль стены, здесь, и вот здесь такие плиты. Что? Вот. Родичий случай о чудесном исцелении. Да потому что она считалась покровителем исцелений. Еще есть вот эта знаменитая степ. Вот здесь различные находки, которые были найдены, но самые знаменитые, вот эта полка, вторая сверху, найдены в могилах жрецов. А иначе та же песня сначала. Души умершие в потоке, играют жизнь живущих родственников в парке. Так вот, как и еще, когда хранили воду, клали оружие, хоронили, да, хранили украшения, хранили. В музее нет. Что? Вы что, Алексей?